Добрый вечер, девочки, мальчики. У нас ужин. Вот такой омлетик легкий. Петя уже все слопала, я еще не ужинала. Хочу вам пояснить, Ариана, для тебя персонально. Я утром записывала видео, и ты у меня спрашиваешь. 25 километров мы за 3 часа проходили туда и обратно, потом 25. Нет. Мы каждую субботу на выходной ходили после урока домой, шли раз в неделю это мы ходили. Шли домой, и мы шли не 3 часа эти 25 километров, а часа 4, а может быть даже и 5. Потому что мы же тихо ходили, мальчишки быстро ходили, но они нас все равно ждали. А обратно в воскресенье нас уже увозили. Кто когда, когда на чем, когда... Вскрывалась река, тогда на лодке увозили. Когда не было дороги, бездорожье, вы не представляете, какие... Ну, кто-то представляет, какие это дороги. Увозили на тракторе, в телеге, в тележке или на санях. Ну, в общем, как когда. Вот такие дела. А домой-то мы шли, ходили пешком. Вот это я пояснила. Понятно сейчас, да? Что мы за 3 часа никак не могли дойти. Ну что, ужинаем вкусным омлетиком. Хорошего всем аппетита, хорошего вечера. Пока-пока.